едем снимать очередное видео. Хардкор-клуб «Железные люди», старая школа. Итак, поехали! Здравствуйте! Всем спортсменам огромный привет! Сегодня опять мы в «Железных людях» работаем с Тиграном в паре. Отрабатываем грудь, качаем. Сейчас в процессе все разъясним, покажем, объясним. Увидите все в деталях. Все в движении, вся работа, да, давай. Поражение не повод сдаваться. Лавина и стихии, мы смело идем, не собираясь никому покоряться. Вставай, поднимайся, только вперед. Иди напролом, побегая препятствия. Ну, года полтора назад, да, в общем, я пришел сюда. Ну, грубо Прошу говоря, кто ты? По-моему. С июля месяца я начал. Ну, вот, пришел сюда, весил почти 100 килограмм. Ну, в Вовину работа очень хорошая была по питанию. И Валентин Михайлович, они вдвоем как бы, то есть настаивали то, что надо. Собрался духом, все-таки семейная жизнь дает о себе знать. Лишний жир набрал, пришлось сливать. И вот после 5 лет перерыва начал опять заниматься. Было тяжело первые полгода. Вот, после каждого подхода, я помню, ходил он туда, он в коридор умирал, лежал. Ну, надо было все делать. Опять. Потом сел на сушку, но оказалось, что это была не сушка, а набросовая масса была. То есть творог, во время сушки так творог не нужен, как его заливает. Таким процессом режима питания, стабильным до 6 раз в день, небольшими порциями, убрал все углеводы лишние. То есть это быстрое, жирное, сладкое, острое, мучное. С таким результатом за 12 недель я скинул 14 килограмм. После этого начал опять пахать, перерывов не было, правда, только неделю всего лишь пропустил, ну, отдохнул. Вот форма моя вся, какая есть. В принципе, достиг за это время неплохих результатов. Но, честно говоря, самую большую роль играет питание. Питание и тренировки. Больше ничего. Ну и самоконтроль. Духовная борьба с самим собой. Вот. Ну и борьба с ленью. Да, не только с ленью. Борьба с ленью, ребята, борьба с ленью. С объеданием. Пора вот уже становиться более спортивными, более сильными, здоровыми, в конце концов. Лучше. Потому что только спорт дает здоровье. Железо заряжает такой энергией положительной, что... Ничего, железо пока горячо, ничего, да? Ничего просто не заменит вот этого. Давайте, ребята. Ну... Большая работа была, конечно. Ваш путь никогда не сдаваться! Никогда не сдаваться! Не сдаваться, не сдаваться! Никогда не сдаваться! Не сдаваться! Снова удар, снова многие пали! Но те, кто живы, вместе в строю! Те, что отступили уже... Чё, мы грудак закачаем сейчас? Покажете. Сейчас немножко разогреемся. Только второй подход, еще таких два. Давай. Потом жмем камер. Добиваем нижнюю часть камер. Тоже по 15 раз. Отлично. Без средней. Да. Плюс-минус у нас сегодня. Средний на 15. Будем победу в последнем бою. Вставай, поднимайся, только вперед. Иди на полом, побирая препят. Вспомни, какой ты пришел, ты расскажи людям, блин, ну, какой у тебя спасательный круг, ты висел. Ну, вообще, без балды смысл такой. Ну, да. Мышц не было. Мышцы мертвы. Как беременные, извините меня. На турнике ни о чем. Ну, короче, слил все, что можно было. Ну вот, а что бы сейчас, я не знаю, рельеф был, но сейчас просушился недель 5. Сейчас начал чередовать. Неделю на сложных углях, неделю, там, допустим, 3 раза в неделю по чуть-чуть. Это и то после тренировки, до и после, чтобы энергия была, а то никак. Ну, думаю, через пару лет форма будет идеальна. А тебе сейчас сколько? 29. Другие мои сверстники в 29 лет, наверное, сидят, курят, пьют. Да. Ходят с такими животами. Это
В общем, жизнь у них не дальше дивана, блин, и кружки пива, наверное. Отмазка для них. Это вредно, это плохо, давление поднимется. Это все отмазка для ленивых. Пойдем, спишь. От протеина, ребят, не стоит. От протеина, да, не стоит. Конечно, кровь не стоит. Тоже слышали, блин, вообще. Стоит так, как Челенобрь. Как сказал Александр Невский, на чем стоял и стоять будет земля русская. Цель путем он и звездой озаряет наш путь. Никогда не сдаваться, никогда не сдаваться, не сдаваться. Каждый раз вот лето идет, хочется тоже отдыхать. Пляжу, ну там, на природу. Люблю на природу гонять с семьей, с друзьями. В основном с семьей. И постоянно, когда собираешься на тренировку, идет борьба с самим собой. Пойти, не пойти, в итоге машинально пинаешь себе вперед, марш с песней. Приходишь, хочешь зарядом энергии. И вот идешь, и порой люди так косятся на тебя. В натуре, блядь, идет парень, сумка, жара, а он идет там в клуб какой-нибудь. А почему упал выбор на этот зал? На это? Да. Даже скажу честно, это было лет 15 назад, фильм назывался «Самый длинный ярд, все или ничего». Там такая качковская тема была, связана там с ребятами, которые занимались стронгом, бодибилдингом. Ну, это в тюрьме все проходило. И вот эта мотивация вот эта пошла, до сих пор она идет. Мне это нравится, это мое, вот даже жене иногда говорю, вот я с этого начал. Я доволен, я отступать не собираюсь, это всего лишь начало. Это маленький пик от того, что мы посадили. У нас только корни вышли. Нужно еще допустить, чтобы дерево выросло и почки вышли. И будет результат колоссальный. Но прежде всего это уже твой образ жизни. Образ жизни конкретно. Твое как бы спортивное хобби. Дай бог, если это хобби перерастет что-то больше, дай бог как бы. Потому что, ну, Вячеслав Максюта, сколько он, блин, отпахал-то, наверное, уже в профессионалах, блин, достаточное время уж, я думаю, больше 10 лет-то точно. Там что-то по 20-ку, у меня десяточка с лишним. Ну, ты вспомни, так что как бы, тут как бы все дело каждого, либо как бы, в любом случае это будет и здоровье, и хорошая физическая форма, плюс разрядка, разрядка, и опять же, ну, настрой, все настрой, для того, чтобы, цель, блин, ты был здоровым и раз. Никогда не сдаваться! Не сдаваться! Ну, как говорят, старшим уважение, молодым дорога. В общем, так вот как. Блин, ну как себе, реально идет борьба с самим собой, честно скажу. Это минус каким-то вредным привычкам, калорийной еде, что-то еще. Но хочется иногда, когда ты сидишь, допустим, на диете, на сушке, нет такого понятия, диета, сушка есть, чисто топка жира. Идешь в холодильник, открываешь, а там лежит халва какая-то вкусная, или еще что-то. Ты забываешь об этом, ты просто берешь лимон, либо там обезжиренный творог с кефиром 0,1 пошел. Кушаешь это, и ты представляешь, что ты ешь вкусное. Ну вот поэтому, говорю, это борьба, это реально мотивация. Все, все дело вот здесь, вот в мозгах. Без этого никак. И тренера как еще управляют нами. Подталкивают, помогают. Люблю вот такие вот залы. Потому что это вот хардкорное движение, оно дает о себе знать. Здесь ты сделаешь то, что ты не сделаешь в таком пафосном зале. Я могу заряжать. Дисциплина в первую очередь должна быть. А тут есть дисциплина строго. Тут все по минутам. Бывает, сейчас мы вот с вами общаемся, чуть-чуть немножко расслаблены. Но так обычно тренировки по-другому немного проходят, еще жестче. Тут с пылу, с жаром. Все, что должно быть. Все, ребята, это был Смит в обратном наклоне. Очень классное движение для нижней части груди. Мы его отработали. Теперь переходим
на ту легендарную машинку, Андрей. Отрабатываем жимовое движение в камере. Опять же, в нижнюю часть грузи. Мой любимый станок, кстати, офигенно. Хорошая машина. Получается, Тигран, что старая школа, все включено. Старая школа, да, это лучше всего. Это номер один, все, что есть, вся база. Именно старая школа. Тоже Арнольд начинал Шварценеггер, ну и многие другие ребята. Фрэнк Зейн. Старая гвардия. Все, вот даже видео посмотришь, все они занимаются таким хардкорным футболом. Потому что тут железо, тут мотивация, тут все пропитано. Ну там, я не знаю, работой. Больше ничем. Нет такого там, сопли жуем, не жуем, вот парнишка пошел вообще в худенький столовый. Поражение не повод сдаваться. Лавина и стихии, мы смело идем. Не собираюсь никому покоряться. Вставай, поднимайся, только вперед. Иди на пролом, побирая препятствия. Выше цель, пусть ровной звездой озаряет наш путь, никогда не сдавайся. Очень классная машинка, хорошо растягивает грудные. Амплитуда просто бешеная. Почему мы сегодня все как бы движения работаем по траектории, то есть вниз головой, да, начиная жим в камере. То есть мы сегодня прорабатываем нижнюю часть груди. То есть сейчас мы вот это вот еще сделаем движение и пойдем в кроссовер еще долбанем. Хотя можно еще сделать разводочку в обратном, а потом и добить сведение. А было бы неплохо это два движения скомбинировать. Это было бы вообще круто. Чисто заточка будет мышцы. Твое слово, Тигран. Че? Суперсет. Все. Мы сейчас что, объем набрали, набрали. Сейчас жмем. Памп есть, есть. Надо будет сейчас немножко просушить, проточить мышцы, чтобы более.